Приветствую, дамы и господа. Что мы все о полицейских да полицейских. Есть, ну как, знаете, приятная тема, которую хотелось бы с вами обсудить. Приятная она заключается в том, что вот некоторые судьи редко, крайне редко вызывают уважение и вот восхищение тем, что они как бы занимают определенную позицию и ведут ее ровненько и четенько, знаете. И иногда выходят даже за пределы того, что они должны были бы сделать. Это ролик, это продолжение истории по адвокатской монополии. И ну, такое фрагментарное продолжение касается конкретного судьи. Это судья Мельник, судья Конституционного суда, судья Мельник. Когда у нас вводилась адвокатская монополия, судья Мельник написал свое особое мнение, где категорически был не согласен с введением адвокатской монополии, потому что, по его мнению, введение адвокатской монополии – это ограничение прав человека, то есть как того, кто потребляет услуги правовые, так и, в общем-то, ограничение прав тех, кто предоставляет такие услуги, да, вот, и не является адвокатом. Что на момент введения адвокатской монополии не было запрещено никаким законом, понимаете? Прошло время, с 16 по 19 год у нас просуществовала эта монополия почти 3 года. И в 19 году вот наши новые эти слуги народа приняли решение отменить адвокатскую монополию. И вот как по мне, наверное, это единственное правильное, ну вот по моему личному мнению, что вообще придумали слуги народа. Ничего другого пока позитивного я не вижу. Но бог с ними, со слугами народа. Вернемся к Мельнику. И в данном уже случае получается, что судья Мельник, как бы он согласен с таким решением, да, потому что там он выступал против него, а здесь как раз это решение он поддерживает. И судья Мельник мог бы просто согласиться с таким вот выводом Конституционного суда. А я про сам вывод не сказал, да, то есть пару недель назад Конституционный суд дал свою оценку вот этому вот новому законопроекту об отмене адвокатской монополии и поддержал такой законопроект, указав на то, что он соответствует соответствующим нормам Конституции Украины, такая вот тавтология. Вот. И казалось бы, с этим выводом вроде как Мельник согласен, но все равно он пишет свое особое мнение. И вот это особое мнение его мне, честно говоря, очень понравилось и действительно вызвало восхищение тем, что судья, несмотря на то, что он согласен в принципе с самим выводом, он еще его дополняет от себя. И дополнения эти касаются, ну скажем так, более глобальных вещей. Вот. Во-первых, он указывает на то, что Конституционный суд, вот, рассматривая законопроект об отмене адвокатской монополии, и тот, и другой законопроект, и оценил позитивно. И вот он как бы тут рассуждает в своем этом выводе и говорит, ну как бы непонятно, как это две диаметрально противоположные позиции, но Конституционный суд оценивает обе эти позиции позитивно. Ну, как бы это абсурд, правильно? А второе, то, что он указывает, это то, что в первом своем выводе Конституционный суд говорил, что введение адвокатской монополии не ограничивает прав людей, но зато уже вот в этом новом выводе при отмене адвокатской монополии Конституционный суд говорит, что таким вот образом расширяются права человека. Ну, то есть до введения был вот такой вот объем прав. Дальше, по мнению КСУ, этот объем прав не уменьшился, но при отмене он увеличился. Ну, то есть как бы абсурд, правильно? Как бы, за счет чего увеличились права? То есть мы просто вернулись к тому положению, которое было до введения. Вот. И дальше некоторые моменты хотелось бы прям зачитать, потому что, ну, очень красиво и четко он расписал. Буду читать языком оригинала. Відтак, наразі пропонується кардинальна зміна конституційного регулювання представництва іншої особи в суді, що закономірно зумовлює низку серйозних питань стосовно причин та цілей такої зміни.
постає, зокрема, питання щодо існування фундаментальних соціальних та правових передумов, що викликають потребу в таких частих змінах у конституційно-правовому регулюванні представництва особи в суді. Дійсно, ні в тому, скажімо так, виводі, ні в новому виводі КСУ не розписують. А в чому ж дійсно от необхідність така существує? В чому, де ці соціальні і правові предпосилки для змінення Конституції? Ні, просто от ті захотіли – змінили, а ті захотіли – змінили. Ну, як би, останнє хоча б просто ісправили помилки перших, да? Ну, так это можно оценить. Ну, я, по крайней мере, это так оцениваю. И это уже хоть можно понять. А вот как те в первый раз без каких-либо предпосылок просто вводили адвокатскую монополию, ну, опять-таки, я рассказывал, ну, бытует такое мнение, что вводилась адвокатская монополия исключительно для того, чтобы сделать контролируемую адвокатуру. То есть суды они контролировали, там, прокуратуру, правоохранительные органы контролировали. Единственное, кого не могли контролировать, это адвокатов. Поэтому они сначала всех не адвокатов хотели выбросить из профессии, а адвокатов сделать контролируемыми, чтобы их можно было, ну, очень легко вертеть ими и, самое главное, да, лишать их корочки адвоката. Дальше пишет Мельник. Ухвалення Верховною Радою України упродовж усього 3 років діаметрально протилежних рішень, то, що я говорив, щодо конституційного регулювання одного і того ж питання представництва особи у суді, тут от головне, може свідчити про наявність серйозних проблем у розумінні правової природи Конституції України, ставлені до неї і її додержані політичною владою, реалізації нею можливостей щодо зміни Конституції України. Я постоянно, да, вам рассказываю про Конституцию, знаете, сам над собой шучу, что меня в детстве Конституция покусала, поэтому вот так вот я ее постоянно защищаю. И Мельник пишет, что вот такие частые изменения говорят только об одном, что сама вот власть, ну то, что мы называем власть, хотя это не власть, да, те, кто занимаются, вот, там, депутаты, президент, что они не понимают, не понимают сути Конституции и не понимают ее природы и не понимают, что нельзя ее просто так вот менять, туда-сюда гонять. То есть Конституция, ну вот как по мне, это один из таких вот столпов, на котором стоит государство. И просто взять ее так легкомысленно менять туда-сюда, ну нельзя так. Это нарушение и разбалансировка вообще как бы столпов, на котором стоит государство. Если мы это разбалансируем, все вот так вот будем к этому относиться, то и государства у нас не будет просто, понимаете? Либо будет вот такое государство, которое мы имеем. Нужно серьезно относиться к таким вопросам, как Конституция и ее изменения. Вот он дополняет дальше. Вочевидь, такі зміни Конституції України не сприяють стабілізації конституційного правопорядку. Дійсно, це так і є. Я согласен повністю. Далі пише, що зміна Конституції – це свого роду надзвичайна подія. Дійсно, повинні складатися відповідні передпосилки для того, щоб міняти Конституцію, а не просто так. От є бажання і міняю. Далі об цьому ще Мельник буде писати. Наявність політичної волі та процедурної можливості для ухвалення рішення щодо зміни Конституції не може вважатися єдиним і визначальним фактором допустимості зміни Конституції. Понимаете? А у нас именно так і происходит. Типа, вот у нас є воля, вот там, у депутатів, да? У президента, у депутатів є воля змінити Конституцію. І є процедура. І вот вони вважають, що цього, в общем-то, достаточно. Но нет, говорит Мельник, этого недостаточно. Вот если возвращаться к тому, что он уже писал, что должны быть соответствующие предпосылки социальные и правовые, а просто возможность и воля, этого недостаточно. Дальше. Політична влада має бути обмежена або самообмежена в можливості довільно, а тим більше свавільно змінювати Конституцію України. Вот это очень правильно, потому что каждая новая власть, как мы видим,
приходит и начинает с того, что начинает менять конституцию. То есть есть некие основы, есть база, на котором стоят, ну, стоят все эти госорганы, стоит государство в целом. И вот каждый новый, кто приходит, он не задается целью, чтобы все это соблюдать, да, и как бы применять эти все нормы, чтобы то есть некий правопорядок уже созданный, чтобы поддержать созданный правопорядок, его усилить и улучшить, да, как минимум вообще навести этот порядок в стране. А у нас приходят и сразу начинают заниматься тем, что менять конституцию. И вот Мельник говорит, что власть должна быть ограничена в этом. А у нас власть, как вы видите, не ограничена в этом. Розглядаючи питання про внесення змін до Конституції України, Верховна Рада України повинна виходити з того, що у такому випадку вона не просто здійснює законодавчу владу, а ще й виконує функцію установчої влади народу. Тож дуже важливо. Єдиним істочником власті є народ. Государство у нас, ну, щоб ви розуміли, це не власть. И они не имеют власти как таковой. Власть, мы есть власть, из нас происходит власть. А вот этих вот всех лиц мы наделяем полномочиями некоторыми. И вот они должны учитывать, что меняя вот эти вот все основы, они фактически собой подменяют нас, народ, который все это создал, понимаете? И именно это должно вот сидеть в головах у них. Но как пишет, ну вот раньше перед этим писал Мельник, они не понимают правовой природы Конституции. То есть они вот не понимают, что это является столпом, на котором стоит государство. Они просто приходят и меняют. Народ против, плевать, у нас есть воля, у нас есть процедура, мы меняем под себя. Не под нас, а под себя меняют, понимаете? Вот об этом говорит Мельник. Причому така функція, от про установчу функцію, така функція є головною, а тому можливість зміни Конституції України жодним чином не може зводитись до наявності потрібної більшості та кваліфікованої більшості. Тобто, вони з чого ісходять? У нас достатньо голосів для того, щоб проголосувати? Или недостатньо? А повинні думати о другому, не о том, скільки у них голосів, а о том, що вони таким образом міняють повністю как бы, правопорядок в стране. Що викладене давало суду підстави аргументовано висловити у висновку свою позицію стосовно неприпустимості безпідставної зміни Конституції України лише на підставі наявної відповідної політичної волі та парламентської більшості. Когда Конституционный суд вот сейчас в 2019 году делал свой вывод о том, что да, доцільно скасувати адвокатську монополію, то он не дал такой широкий вывод. То есть они почитали, типа, ну да, прав становится больше, значит нормально, соответствует Конституции. А вывод должны были, ну вот по мнению Мельника, должны были более широкий сделать вывод и как раз таки указать на то, что ну нельзя просто так брать и менять Конституцию, потому что вам этого захотелось и у вас есть большинство. Нельзя так делать. Ну и под конец хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это говорит не там журналист или пропагандист, да, как у нас, активист там, и провокатор. Это у нас пишет уважаемый судья Конституционного суда. Он фактически вот наших этих нынешних слуг народа тыкает носом в то, что, ребята, опомнитесь, многие уже долгие годы у нас все вот мельчают и мельчают все эти наши там, депутаты, президенты и т.д. и т.п. Они утрачивают вот эту вот связь с народом, не понимая, что они должны действительно служить народу. Вот эти вот последние вообще назвались слугами народа. Но, как мы видим, толку от этого мало. А судье Мельнику действительно хотелось бы выразить свое уважение по поводу его вот принципиальной позиции, которую он сохранил вот с 16 по 19 год в отношении адвокатской монополии. И уважение в том, что, как я уже говорил, он мог просто подписать решение
КСУ, с которым он действительно согласен, и он, кстати, у себя в этом особом мнении так и пишет, что с резолютивной частью решения я согласен на все 100%, но мне не нравится, как бы, и не устраивает то, что мотивировочная часть решения КСУ, очень многие вот такие вот вопросы просто обошла стороной. Все. Кого-то зачекался, мама не прийде. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути, таке бажа не люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.